services again. So is it revolutionary? There's how many, a billion plus or more unbanked people in the world who don't have access to financial services. Yeah, that's revolutionary if we can get them into the system. If we can actually remove all the friction that's put in place by the legacy players, the banks, the central banks, all the different intermediaries, that's revolutionary. That actually opens up the flow of finance payments around the world, brings in a lot more players, and I think opens up innovation beyond financial services. Because financial services, of course, are really just an enabling factor in the real world. Если я правильно вас понял, две вещи. Это inclusion, то, что называется, то есть это вовлечение тех, кто не охвачен пока финансовыми услугами. И второе – это устранение вот этих самых трений, да, то есть это такое устранение трудностей в общении с деньгами. Честно говоря, я не уверен, что вот надо устранять все трудности между мной и моим банковским счетом, потому что я очень боюсь, что после этого там не останется вообще ни копейки. Вот. Но хорошо, принято. Так, теперь мнение самого большого интернет-банка в мире, там, пожалуйста. Раз. Да. Оговорка по Фрейду, да, то есть, учитывая, что, да, действительно, мы получили звание самого большого онлайн-банка в мире, он построен на данных, он построен вокруг финансов. То есть, с точки зрения, можно сказать, что мы абсолютно финтех-компания, хотя, как бы, нам уже 10 лет, и это там давно не стартап, мы внутри действуем как стартап. Почему это важно с нашей точки зрения? На самом деле, все то, что перечислено, раз действительно есть шанс выйти на абсолютно новую аудиторию, куда не дотягиваются сегодня традиционные банки. У них есть своя текущая структура издержек и... Часть банкинга у нас останется. Это, по сути, какие-то услуги, оказываемые в финансах. То есть, с этой точки зрения, неважно, как это назвать, по сути, это возможность радикально снизить свои издержки на привлечение и на обслуживание. С другой стороны, абсолютно верно, что сейчас есть такое двоякое мнение финтехов, потому что, действительно, они давно-давно уже обсуждаются, давно крутятся, но есть огромное количество финтехов, которые продолжают вкладывать инвестиции в свое развитие, в рост, и до сих пор не показывают брек-ивена. Растет капитализация, оценка, рыночная оценка. Они где-то раскачивают рыночную оценку, где-то там делают бесконечные пивоты, и с этой точки зрения, конечно, это вызывает определенный скептицизм, да, и проблемы, связанные с этим. Я в этом плане соглашусь с тем, что невозможно, точнее, конечно, можно, но статистически, если потратить, действительно инвестировать 50 миллиардов, то из этого, скорее всего, вырастет. Да, вырастет 1, 2, 3 компании, но они станут единородными. Спасибо. Сергей, финтех – это революция? Да, революция, она, конечно, не произойдет быстро. Для меня вообще финтех – это, в первую очередь, технологии, которые делают нашу финансовую жизнь проще и удобнее. Я не разделяю твоих чаяний о том, что у нас ничего не происходит. Возможно, это профессиональная такая деформация, знаешь, когда, как с детьми, ты вот их каждый день видишь и не замечаешь, как они растут, но стоит вот там недели две или месяц на них не посмотреть, и ты смотришь, что они резко изменились. Если даже сравнивать с тем, что мы там за последние 4 года имеем, да, мы можем, не знаю, оплачивать метро бесконтактно, да, там все Apple Pay, Samsung Pay, онлайн-банк, вот как правильно сказал Алексей, уже стал commodity, да, уже клиенты не пойдут туда, где нету вот удобных дистанционных сервисов, поэтому мы вот в Альфа-банке запустили сервис «Поток», я считаю, тоже революция, когда банк, собственно, уходит из своих каких-то таких традиционных способов кредитования, да, и в то же время помогает малому бизнесу получать эти кредиты. Вот, так что я считаю, что происходит много, и революция уже, мы в ней находимся, и с учетом того, что регулятор у нас активно тоже решил принять участие, да, в этом, я надеюсь, что мы будем в ближайшее время на себе это ощущать, вот эти изменения, и пользоваться удобными сервисами и услугами. На самом деле мой вопрос был несколько провокационный. Я сам, в общем-то, не скрою, являюсь то, что высоко называется евангелистом этого самого финтеха. Но иногда теряешь вот эту
уверенность в том, что ты идешь туда, куда надо, и что ты не один. Вот, очень приятно услышать, что есть и другие евангелисты. Вот сейчас вам задание, значит, следующий вопрос, как раз то, на чем ты почти практически закончил, это ключевые технологии финтеха. Просто просьба назвать, что, какие технологии, по вашему мнению, меняют ландшафт, какие технологии принципиально важны. Раз, два, три, четыре, пять. Но выберем из этого что-то, о чем поговорим. А пока мне хочется задать вопрос залу. Вы знаете, очень плохо видно, потому что слепят софиты, но я верю, что там есть зрители. Я сейчас пытаюсь понять, а кто они. Коллеги, я понимаю, что из пуфиков поднимать руки как-то не очень удобно, вот, но чем получится. Просто хочется понять, кто с нами. Здесь есть представители вот этих самых уходящих, если нет, наоборот, меняющихся и трансформирующихся банков. Вот есть трансформирующиеся банки? Поднимите, пожалуйста, руки. Из банков есть люди? Так, вот теперь, да, есть люди из банков. Так, хорошо. А есть люди из стартапов? Вот именно из любых стартапов, не обязательно финтех стартапов. Тоже есть люди из стартапов. Вот. А из инфраструктуры поддержки, то, что называется, здесь вот кем заполнили зал, в конце концов, это никак понять не могу. Из банков мало, из стартапов мало. Хорошо, окей. Ну, в общем, как-то аудитория распределилась практически поровну. Все равно не понимаю, кто оставшиеся, но попробуем выяснить в процессе. Окей, значит, меня попросили провести такую технологическую панель, направленную в будущее. Давайте полетели в будущее вместе с технологиями. Какие технологии, раз, два, три, четыре, не обосновывая, почему сейчас меняют финтех, мы сейчас выберем, а потом расшифруем. Окей. Ну, на самом деле, там три истории, которые вот сейчас они лежат на поверхности. Мы тут собирались несколько раз по ночам, мы сейчас собираются заговорщики, да? Обсуждали, что сейчас самое главное для развития финтех в России. Это первая история, это KYC, глобальная идентификация. KYC, know your client, идентификация. Идентификация. Что сделать, чтобы не ходить в офис, и тебя открыли все счета, а желательно другой банк переиспользовать результаты идентификации. Ну, и максимально упростить процедуру, чтобы два раза одно и то же не делать. Вторая история – это как нам вообще API открывать? И тут возникает вопрос, потому что норма регулирования… Открытые интерфейсы к банковским системам. Какие-нибудь, да, договориться про интерфейсы, потому что в явном виде ни одних стандартов мы у себя внутри не выбрали, не придумали. Я обосновываю все. Вторая, да. Третья. Третья история, ну она, наверное, интересна. Если мы поговорим про сами открытия API, то здесь возникает вопрос – документооборот между с ними, да, платежная система и открытие баланса. Если мы договоримся про эти несколько историй, то, в принципе, может быть, там совсем уйдем. Про третье вообще ничего не понял. Подожди, третье что? Третье – это сервисы, которые позволяют проверять, ну, конкретно сервисы про открытие API, которые позволяют проверять балансы и документооборот, который вокруг баланс. Всей истории гуляет. Где банки, там балансы. Хорошо, да, я не уверен, что стартапы с тобой согласятся насчет балансов, но окей, хорошо, понял. Да. Я бы добавил ко всему названному краудинвестинг, краудфандинг, использование искусственного интеллекта и упрощение, автоматизация каких-то операций, адвайзеры, советники, роботы. И, наверное, такие беспосреднические отношения между людьми, компаниями, минуя банки. Беспосреднические? То есть P2P. То есть вообще выносим банки вообще на прочь. Сейчас мы банки спросим. Окей, Калум, какие главные технологии? So I think pretty much the same as these guys. We're talking about stuff that makes it easier to access services. We've only scraped the surface of what can be done with mobile phones. Anything that removes the intermediaries, so be it blockchain or be it just straight P2P services in that. Я ждал, когда же прозвучит блокчейн. Причем вот сидят явные апологеты блокчейна, ни разу это слово не произнесли. Я придерживаю, понимаешь, как откладываю удовольствие, чтобы попозже... Вот из дружественной Эстонии она тянула слово, понимаешь? Эстонский блокчейн forever. I'm sorry you've got in so early. You were pacing it, right? Now I've lost the flow here. So that was 3? Or was that 2? Anyway, so access, removing the intermediaries, anything that helps us learn faster, so whatever you call it, machine learning, AI, IA, whatever. And then anything that increases trust. So I don't know specific technologies at the moment that are particularly new, but anything that increases trust in this space. Biometry. Biometria. Yeah, actually more importantly, visibility, transparency. Mm-hmm. So we can actually see where the data is going and who's got access to it. Спасибо большое. Что за...
Да, я думаю, что, ну, я не очень понял вопрос. Это истории, которые поменяют тех? Да, главные технологии, которые сейчас уже что-то меняют. Вот сейчас. Ну, может быть, сейчас меняют, но да, если я абсолютно соглашусь, это действительно будет менять. И, ну, в первую очередь, сквозная идентификация, да, безусловно, потому что она, так скажем, точно грядет в ближайшее время, да, с точки зрения открытого API, может быть, чуть более долгой перспективы. С этим абсолютно соглашусь. Но с точки зрения самих технологий уже, да, потому что это некий доступ, да, вот если про первые два, это доступ. Если говорить с точки зрения технологий, я думаю, что ставка здесь должна быть на искусственный интеллект и все, что действительно связано с заменой людей на такой роботвайзинг, на там, боты и так далее. Ну, то есть много здесь хайп-слов, но так или иначе в эту сторону. Вторая часть – это все, что связано с крауд и вот что-то. Краудлендинг, краудинвестинг, наверное, наиболее, краудфандинг, не знаю, но вот, то есть это то, что связано с социальным, с огромным там социальным феноменом и вовлечением в финтех в том или ином виде. Спасибо, Сергей, замыкаем. Да, мне не повезло, я последний уже, назвали, наверное, практически все. Я так скажу не про технологии, а я, наверное, скажу про тех, кто выйдет, наверное, на первый план, это, ну, на мой взгляд, это стартапы, которые в условиях открытых API, там, более, так скажем, бережного внимания регулятора, они выйдут на передний план и смогут двигать все эти технологии быстрее, гораздо доносить их до конечных клиентов. Вот. Так, конечно, мы тоже смотрим и на блокчейн, и на искусственный интеллект, и на все вот перечисленные технологии. Вы смотрите. А во что вы готовы инвестировать? Ну, мы по сути инвестируем. То есть мы не просто смотрим, мы их пробуем, да. То есть у нас подход, то, что если это интересно нашим клиентам, мы сразу идем и пробуем. То есть это, что называется, proof of concept. То есть делаем небольшой пилот на небольшой выборке клиентов и смотрим, как клиент реагирует на эту услугу, какие сложности возникают в процессах, и если пилот удачный, то мы его масштабируем. Потому круто. Что, ну, смотреть можно бесконечно долго. Круто. Смотрите, на самом деле, вот так же, как и наша аудитория, она же состоит не только из стартапов или только из банков, да, то есть вот есть какой-то mutual, общий интерес, да, к этой теме, да, вот с одной стороны вроде банки, с другой стороны вроде стартапы, одни других пытаются порвать, другие пытаются их как-то то ли втянуть, то ли задавить. Вот, да, там. Вот. Вот эта вечная тема, как я всегда говорю, там, Монтеки Капулетти, там, я не знаю, еще ссылы Харибди, там, банки и стартапы, да, вот. Во всем мире сейчас пытаются найти ответ на вопрос, что им друг с другом делать, да, потому что начиналось все с этого «Occupy Wall Street», да, там, вот, ходили с флагами, вот, большие злые банки «Маздай», там, все. Замечательно, там жили в рюкзаках, махали флагами, не получилось. То есть вот порвать вот эти большие банки, как мне кажется, не получилось. Они, в общем, как-то до сих пор стоят и, в общем, даже наоборот, стали гораздо более финтех, чем были много лет тому назад. И, в общем-то, многие из тех смелых технологий, которые поднимали финтех-стартапы на счет, они их сейчас адаптировали, прекрасно используют, создали огромные финтех-лаборатории у себя внутри. Вот. Ну, все разное, да, все разное в этом мире. У меня вчера как раз вот мы проезжали, разговаривали, говорит, мы создали микрокоманду из 40 программистов, скажем, из банка. Вот, значит, хорошо. Кстати, российский банк. Так вот, вот эта дилемма, скажем так, нужны ли банкам стартапы для чего-то? Давайте сейчас банкам, вот, банкам предоставим слово, да? Или Россия пошла, я имею в виду сейчас российский опыт, или все-таки Россия пошла по какому-то совершенно своему пути, когда стартапы не нужны вовсе, они все уезжают у нас благополучно в Силиконовую долину, там, в Израиль, в Эстонию, вообще в другие концы мира, а банки справляются самостоятельно в своих собственных лабораториях внутри. Вот. Это первый такой вопрос. Вот. Ну понятно, если у нас будет PSD2, то все изменится. Но вот сейчас. Вот. Вам в открытии нужны стартапы? Да, нужны на самом деле. Почему? Я и хотел немножко сместить твою оценку на самом деле. Мне кажется, она специально так задана, чтобы уравнять, но она немножко путает всех, и я хочу некую ясность внести.
Дело в том, что банк и финтех, они не могут стоять на одном уровне. Вот это надо кристально чисто отметить, не потому что типа один больше, другой меньше, а сугубо исходя из того практического смысла, что кто-то должен нести риск. Даже в том числе из позиции регулятора и рынка и так далее, и даже пользователя. То есть кто-то должен отвечать за тот или иной риск. Если мы говорим про финтех, то в первую очередь выходит на сцену такое слово, как сервис. Сервис, который может быть более быстрым и более интересным, чем это может быть в традиционном банке. Потому что, тем не менее, в традиционном банке есть достаточно большая инертность, но сам сервис сам по себе, он до конца за все риски ответить не может. Поэтому банки и финтехи, они в принципе... Значит, банки и сервис. Банки и сервис. Банки дают сервис. Вот. Нет, финтех дает сам сервис. Самый сервис – это банки. Нет, смотри, финтех может дать сервис банку, который у банка нету. Я а банк в обмен на это возьмет на себя риск. Риск, который сервис на себя взять не может. Вот это, наверное, один из ключевых аспектов, который сейчас включает... Ну, надо внести ясность, иначе просто вы будете думать, что вау, ну, типа, финтех – это же то же самое, что и банк. Давайте возьмем там лицензию и пойдем на... деньги вкладчиков собирать. Это не так. Просто потому, что кто-то должен за риски персонально отвечать. Ну, то есть правильно я тебя услышал, что банк оказывается таким бэк-офисом для сервисов, которые предоставляются... Я думаю, да. На самом деле, кто-то сместит... Рано или поздно, ну, то есть если роль банка, особенность, которая у банков, как и фининститутов, забрать сложно. Будет, наверное, не нужно, мне кажется. Понятно. Я смотрю, представитель самого большого интернет-банка заерзал там. Вот. Вы тут хотите быть бэк-офисом? Я как раз хочу сказать, что вовсе не так сложно. Есть внутри банков бэк-офисная функция, но банк-то для того и запускает тех лаборатории раз, или закупает стартапы пачками, ровно для того, чтобы заместить свою функцию внутри себя, с моей точки зрения. Ну то есть, да, у нас не получается там сделать что-то хорошо, давайте купим банк Simple и станет замечательным. То есть вот такая логика, она зачастую работает в крупном банке, и действительно купить готовую действующую командную технологию, чем наращивать эту экспертизу внутри. Но с точки зрения сказать, что банк будет словно искать в там, бэкэнд, я там всегда не согласен. Я думаю, что это не случится. Кстати, а замечательно, банки Тинькофф, что-то я внимательно слежу за всякими разными новостями о финтех, но что-то я не слышал, чтобы покупали какие-то стартапы, может быть, я ошибаюсь? У нас бурлящий котел внутри, и с этой точки зрения мы постоянно общаемся с ребятами из разных компаний. То есть, ну, я не знаю, за неделю это несколько компаний, вот так иначе встречаемся. Мы везде обсуждаем партнерство, везде обсуждаем какие-то модели, как можем совместно поработать, использовать их технологии. То есть вы смотрите их модели, а потом все в котле все это воспроизводите. Мы смотрим, где дешевле и выигрышнее. То есть с этой точки продажи зрения... Продажи готовитесь, что ли? Мы смотрим, где дешевле и выигрышнее. И с этой точки зрения для нас там логика очень простая. То есть, если мы видим, что нам можно взять эту команду внутрь и построить на базе этой команды сервис внутри, ну какая разница, это не проблема. То есть есть команда, которая сейчас сидит, она там несколько месяцев, она пилит искусственный интеллект для ботов. Но может, отделима ли она? Отделима. Может ли она работать без наших данных? Нет, не может, потому что она работает на наших данных. Да, это команда внутри, но при этом она абсолютно самостоятельная. И с точки зрения, вот что это такое? Это финтех внутри? Спасибо. У меня есть комментарий, но я его пока оставлю при себе. Сергей. Ну, нам тоже нужны стартапы. Мы вообще хотим быть таким равноценным, равноправным партнером для стартапа. И ну, ситуация вообще нормальная, да? Вот ты говоришь, что должно быть какое-то противостояние. Вообще, если мы на другие индустрии посмотрим, то всегда было так, что... Подождите, вопрос был такой, готовы ли стать бэк-офисом для стартапа? Просто мы готовы там дружить со стартапами, там, не знаю, встречаться со стартапами, там, не знаю, что с ними еще делать, но готовы ли вы стать для них бэк-офисом? То есть оставить за собой риски, а сервисы отдать стартапу? Возможно, технология поставит банки в такую ситуацию, что мы как бы, ну, сами по себе станем, не зависит от того, хотим мы этого или не хотим, да, то есть если будет принято что-то похожее на PSD2 здесь, в России, мы будем вынуждены открыть свои технологии для внешних партнеров, то оно само по себе так случится, вот, и, ну, я не вижу здесь ничего такого плохого или ужасного, то есть... Это нормальное развитие вообще технологической, четвертой технологической революции, которая сейчас происходит. Поэтому нормально, мы сотрудничаем, и мы много учимся у стартапов, стартапы много учатся у нас, и тем самым мы продвигаем эти технологии в жизнь и делаем
жизнь. И все хорошо. И все хорошо. Между банками, стартапами, все хорошо. Вопрос к залу. Я там видел, все-таки стартаперы поднимали руки. Кто из стартапов считает, что между нашими банками, нашими же финтех-стартапами не все хорошо? Есть такие в зале, которые считают, что вот, но есть еще не так все замечательно, может быть, даже скажут реплику, а почему, скажем так, у нас между банками и стартапами не все так замечательно, как мы пытаемся об этом сказать с этой сцены. Нет таких смелых, я так... или есть? Есть. Хорошо, микрофончик, пожалуйста, если можно. А есть микрофон? У меня свой отдать? Ну, могу и свой поделиться. Ну, вообще в банковский сектор войти... Меркулов Александр, Калининград. В банковский сектор вообще консервативная система с точки зрения стартапа воспринимается. И пока в России в целом хорошо со стартапами, у стартапов получается только с фондом Бортника и чуть-чуть с фондом Сколково, если честно. Да? А напрямую с банками, вот в Калининграде мы пытаемся с банком Открытия сейчас работать, в частности. И, ну, с Альфа-банком нет. Приходите. А что не получается? Что именно не получается у вас? И почему? Ну, скажем так, вот первоначальные проблемы стартапа, которые есть, они, в общем-то, заключаются даже в том, чтобы, ну, как бы, у нас есть определенные наработки, вот по финтеху, в Калининграде, в частности, да, есть модель. Но разговоры, допустим, с филиалом Альфа-банка, мы, вот с Открытием, мы там договорились об общих вещах, но первоначально нужны небольшие деньги, а получить их можно только в фонде Бортника сегодня, по факту. То есть банки не дают инвестиций в стартапы. Значит, это не их функция. Нет, подожди, давай. Нет, ну, я могу прокомментировать. Можно я прокомментирую? Смотри, Антон. Спасибо. Полсекунды. Вот, смотрите, в чем дело. Есть у нас, допустим, идея. Я еще не могу сегодня хорошо выступить. И только фонд Бортник может мне сегодня дать 2 миллиона рублей, чтобы я ее упаковал для того, чтобы разговаривать с вами. Спасибо, мы вас услышали. Одна из проблем, на самом деле, вот, если мы возьмем баланс компании, цифровой компании, то он на самом деле пустой. Если мы возьмем, попробуем по классической процедуре кредитования протащить баланс вот, и компанию получить, выдать ей кредит, то там первый вопрос возник, а подо что? Да? Я даже вот если бы я там не брать эти там сложные истории с ГЧП, там, концессиями, на софт, которые еще не существуют, а просто вот стартап красивый, который есть, классическому банкиру, ну непонятно, подо что я могу выдать кредит. Да, и здесь, конечно, вместе надо сотрудничать банком с институтами развития, такими как Free, Бортник. Но единственная проблема заключается в том, что, наверное, Бортник он не выдает деньги большие для развития проекта, если нет выручки. Да? Как бы ни парадоксально это ни звучало. Достаточно странно, но они выдают немного денег для старта, а дальше, если ты хочешь развиваться, нужна уже выручка реально. Поэтому в этом смысле как раз то самое партнерство, про которое мы упоминали, оно является стимулом для того, чтобы молодые компании получали... Что такое партнерство? Партнерство... А никто не вспомнил про Волков и Волков и там, знаете, про партнерство. Мы берем, допустим, классный проект, упаковываем его и начинаем на какой-то клиентский сегмент продавать, чтобы молодая компания получила выручку, какие-то деньги, которые можно в том числе заявить в Бортнике, для того, чтобы получить грант побольше, чтобы развиваться. Стоп, вот подожди. Вот получается, значит, что? Вот сидит замечательный банк, голубой, например, в смысле, в голубых цветах, значит. И, значит, приходит стартап. А у вас там сколько у вас айтишников? Сколько у вас айтишников сейчас там работает? 800 человек. 800 человек? Нет, 800. А в стартапе 3, да? В стартапе 3. Ну, например. Да, да, да. Например, ну, да, 10, да, максимум. Да. И вот приходит к тебе стартап. Ты говоришь, ну, давай, рассказывай. Не так. Вот давай расскажи мне твое ноу-хау. Но... А мои 800 вот сейчас так быстренько послушаю. Нет, смотрите, проблема в том, что когда приходит стартап, у него не до конца понимание банковской практики. И тут нужно выступить партнером, помочь запаковать сервис стартапа. Запаковать означает провести некий бизнес-девелопмент совместный с ним, рынка, где он может найти себе клиента, в том числе среди наших клиентов. Если там есть большой потенциал, действительно, в этом смысле надо вместе идти запускаться. Ну, то есть там могут быть разные примеры. А почему вместе-то? Где у него гарантия, что вы его не отправите в фонд Бортника, а сами не оставите дальше? Делать такой проект дольше получается. Здесь окей. Нужно балансировать ресурсы. Сергей. Ну, давайте не мешать все в кучу, как бы. Все-таки банк – это не фонд развития и там не венчурный фонд, да? То есть тут речь идет об экосистеме. То есть если стартап находится на ранней стадии, то ему тут, наверное, скорее поможет не фонд, не банк, а кто-то из венчуров или из институтов развития. И мы вот по своей практике трехлетней уже поняли, что
мы достаточно бесполезны для стартапов раннего развития. То есть мы пока не можем им какую-то такую дополнительную ценность привести, потому что для нас важен наличие уже какого-то продукта работоспособного, чтобы пойти его и проверить. Поэтому вот важна экосистема, которая будет на всех этапах поддерживать стартап. А мы работаем только в какой-то определенном этапе. Окей. Мы все-таки еще раз полемически заостряя вопрос. Но смотри, я тоже подозреваю, что в Альфа-банке чуть-чуть больше, чем 10 программистов. Да? У вас их там в Альфа-лаборатории, по-моему, там несколько десятков, если побольше, там под сотню, да? То есть вам же ничего не стоит, собственно говоря, воспроизвести любую вот эту вот так. Вот. Нет, но мы и воспроизводим, и много вещей делаем сами. Другое дело, что мы не можем во все стороны бежать. Сейчас технология проникает во все сферы. И тут вопрос, либо мы сами развиваемся и там, наращиваем штат себе, либо мы используем инструменты открытых инноваций и делаем это вместе, в партнерстве со стартапом. Мы выбираем второй путь. Предоставим слово представить нейтральной стороны. Слушайте, а можно задать вопрос все-таки? Можно, конечно. Конечно. Если степени, да, ушли конечно. С собой. Я как раз представитель стартапа, при этом... Простите, как вы называетесь, как вас зовут? Дмитрий Кузнецов, компания D-Технология. D-Технология, извините. До этого у меня большой банковский опыт. Я 27 лет проработал в топовых банках на топовых позициях. У меня вот сейчас возникает конкретный вопрос к сидящим здесь именно банкирам. Ну вот условно, то есть, создав свою компанию, я понимаю, что я хочу делать и ради чего я хочу это делать. Какой у вас интерес и именно критерии отбора партнеров в качестве стартапера? Ну вот я стартапер. Я приду к вам, условно, предлагая свой продукт. Вы скажете, вы стартапер, вы сколько существуете, условно, там, месяц? Иди, поработай, чем-то позанимайся, приходи ко мне через полгода или через год. Вот хочу услышать ваше мнение. Давайте, это класс народа, мы должны на него откликнуться. Павел, тогда ты после того, как сейчас быстро коллеги ответят, только коротко, не растекайся, раз, два, три. Спасибо большое, не буду растекаться. Нам это на самом деле не важно. Тут и просто в выходные, пример, мы проводили хакатон, пришли команды без юрлиц вообще. Пришли с идеями, за 48 часов сделали, мы выбрали приложение, которое победило, собственно. Если вы даже 48 часов существуете, у вас есть идея, вы показали какой-то результат, это, в принципе, интересная история. Приходите, будем строить формат, в котором, единственное, вы должны понимать, в каком виде вы хотите сотрудничать. Тут не банк выступает драйвером, знаете, давайте ревеню-шеринг модель, давайте лицензируем, давайте еще что-то. Здесь вы сами должны понимать бизнес-модель, в которой вы хотите оперировать. Ну и для вас она должна быть жизнеспособной, вы сами должны это определить. Спасибо. Сергей, критерии? Мы ориентируемся на проблему клиентов. То есть, если стартап решает какую-то конкретную существующую проблему клиентов... Даже если у него нет счета? Ну, неважно, тут мы не будем доходить до конкретных кейсов. Просто если есть проблема у клиентов, и мы ее не закрываем, а стартап предлагает решение, мы готовы попробовать. Либо если у нас есть какая-то своя внутренняя проблема, которая не решена, там, технологическая или еще какая-то, то мы тоже готовы работать. Это, кстати, очень важный вопрос о том, какие стартапы нужны банкам. Фронтовые, которые делают эти самые сервисы, улучшают какой-то user experience или там что-то еще делают. Или какие-то стартапы, которые помогают вам внутренние бэк-офисные процессы подкрутить там вот, или идти, но об этом чуть-чуть попозже, потому что я обещал еще Павлу предоставить возможность, наконец, высказаться, а потом у нас есть гость из Эстонии, тоже у него большой опыт взаимодействия как с банками, так и со стартапами, насколько я понимаю, да? Да, я просто буду по ходу отвечать на некоторые вопросы и стартапов, и предыдущие вопросы. Я бы сравнил банки, может быть, такую аналогию провел. Представь себе женщину, которая начинает свою карьеру, в общем-то, успешно в карьере, уходит далеко, в топы и так далее. В общем-то, это мешает личной жизни обычно. Банк – это примерно женщина, которая занимается своей карьерой, трудится, в общем-то, обустраивает свой быт. Здесь не хватает такого элемента, в общем-то, не сильно необходимого, но иногда не хватает, как мужчина. Для того, чтобы ребенок появился, нужен мужчина. Может делать ИПО, но мужчина лучше. То есть я бы представил стартапы как некий инструмент для опыления новыми идеями, как разведку, как такой спецназ, который за гранью имеет возможность исследовать какие-то новые рынки. И так или иначе он необходим для банка.
Есть такой термин классный в английском языке «frames». То есть это одновременно враг и друг. То есть это извечный конфликт, он будет существовать. Действительно сложная тема. И коллегам и стартапам, которые сейчас задавали вопросы, я бы рекомендовал утяжеляться. Действительно, вам сложно, не попав на радары, допустим, каких-то фондов, институтов развития, сложно заходить в банки, потому что банки не до конца умеют работать. То есть я лично помогаю компаниям из финтеха попадать в банки и представляю катастрофическую сложность и нехватку ресурса у стартапа. Поэтому первая рекомендация с институтом развития РВК, Free, фонд Сколково, фонд Бортника, необходимо попасть им на радар, получить инвестиции и поддержку. А вторая история – найти спонсоров в банках, они есть, директора по инновациям, по стратегическим партнерствам, лаборатории, руководители лаборатории, найти этих людей. То есть пробежаться, у вас не хватит ресурса пробежаться по всему банку. Поэтому вот две рекомендации. Бить точечно и утяжелиться. Кал, вопрос к вам. Нужны ли, по вашему опыту, нужны ли на самом деле, вот я подчеркиваю, не для выступления, а на самом деле, банкам стартапы, и что мешает, как оптимизировать взаимодействие между ними, между банками и стартапами? Sure, so the simple answer is yeah, banks need startups. А почему так мало между ними происходит, как между... Ну, я не буду развивать твою... Слушай, ты богатую метафору задал, что стартапы нужны банкам, как мужчина. Это я понял, конечно. So, I get the metaphor, and I'm not quite sure I'll develop it either, but the way that I would put it is rather that banks, like any big organizations, are no longer learning. They no longer have the institutional capacity to learn at any pace. So they're all about operating, executing on their existing models, maybe incrementally improving the existing models, but they can't do it. They can't actually do anything fundamentally different by themselves. Startups can. Startups can come in from totally different angles. And startups will often be a little bit closer also to the market. So they can have a better idea of what the market wants, or they could just be coming in purely from a tech angle and coming with really, really totally different models that the banks haven't thought about. Where banks can also benefit from startups is that, I think somebody mentioned earlier on, that there's a branding issue here as well, there's a big trust issue. So a lot of big banks have spent decades, centuries, building up trust in their brand. Now the reality is that they've actually screwed that pretty badly anyway, because it turned out that when everybody had to go to the banks, they abused that trust. But that trust is still somewhat there. And so they don't want to damage it further by making big mistakes from technology or business models that don't work. So isn't it great if they can sort of outsource that to some new startups who are operating under a totally different brand, but perhaps locked into the bank through some sort of partnership? A good example here is, I don't know if you guys, do you know the company TransferWise? So TransferWise obviously came out of Estonia as a currency transfer platform. I think two really, really interesting things about them is, at their heart, they're not a tech play. There's some really, really interesting stuff going on inside there, but they're not a tech play. Firstly, the back-end stuff was done by their partner, LHV Bank. A little bit closing. Oh, sorry. It was done by LHV Bank, which is the banking partner who had the guts to actually back them. Most of the other work that they're doing is marketing. Marketing, 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 because what they're doing is they're actually making the bank service, or this transfer service, more accessible by telling people about it, making it much easier. So yeah, this is my line. The banks do need startups to actually try out new ideas, and to actually come up with the ideas to start with. Startups need banks as it stands at the moment because of the compliance issues, the weight of regulation, the domain knowledge, and then also for the access to their customers, because a fintech startup will only succeed if they can move at scale, and they can't do that by themselves. They need bank support for that right now. Thank you. Хорошо. Может быть, давайте так перебрасываться. Вот я, к сожалению, плохо вижу, вот действительно, если вот есть там опять вопрос или реплика в зале, а микрофон, я вот свой микрофон уже отдал, один, второй уже не отдам. Забирайте там у кого-нибудь еще. Есть микрофон, кому там отдать?
Кто у нас там дежурит по микрофону? Здравствуйте, а можно я с темной стороны силы, потому что я от банка, а не от стартапа? А простите, представьте, пожалуйста. Меня зовут Александр Атамонов, я из Айджибанка. Наверное, вот вопрос тот, который спрашивали стартапы. Я, наверное, буду говорить немножко не о локальном рынке, а о глобальном рынке. ING за последние полгода посмотрел 1048 стартапов. Из них мы готовы работать только с двумя. О чем это говорит? Это говорит о качестве стартапа. Потому что каждый стартап обязательно прогоняется через определенную систему, построенную там на Agile и так далее и тому подобное. И в конце реально видно, насколько этот стартап выстрелит или нет. Это, наверное, ответ стартапу, и я поддержу, вот Алексей, по-моему, и Сергей говорили о том, что когда идете к банку, идите, пожалуйста, уже подготовленными, не с идеей, а идите уже что-то показывать, доказывать. Ну вот, наверное, так. Спасибо, спасибо. Так, еще в зале есть реплики, пока не вижу, тогда возвращаюсь обратно к участникам панельной дискуссии. Вот здесь такая маленькая реплика от меня, как от ведущего, пришла в голову такая, ну, disruption, да? Они-то банкам, конечно, не нужны, и банки будут смотреть на них 10 раз и думать, господи, я им очень помогать буду, он же мне и порвет потом. Вот, банкам нужны такие инкрементальные стартапы, которые помогают где-то что-то докрутить в user experience, где-то что-то усовершенствовать в бэк-офисных системах. Поэтому, наверное, каждый стартапер должен для себя решать. Вот если он хочет порвать этот рынок, то ему, наверное, к венчурникам. Вот. А если он хочет обойтись без банков, то ему не надо идти в Альфа-банк и говорить, слушайте, ребята, я без вас хочу обойтись, но вы мне помогите немножко пока. Вот. А если вы хотите, понимаете бизнес-процессы банковские, хотите помочь их немножко докрутить, то как, тогда надо как, утяжеляться, надевать на себя гири, там, увеличивать оборот, и вот по кругу, броню, хорошо, назовем это броней. Окей, значит, мы можем возвращаться к этой теме банки и стартапы бесконечно в течение ближайших 15 минут, или сколько там у нас осталось, получаса. Вот. Но есть еще одна такая увлекательнейшая тема. Вы знаете, вот когда начиналось все это замечательно, вот эта романтика вся финтеховская, там, она же начиналась как вся любая романтика такая технологическая, в каких гаражах, в подполье, тайные сходки, потом вырос Финовейт, он же тоже вырос из таких сходок за Кока-Колой, собственно говоря, когда там чуваки собирались в зале, просто в пицце Кока-Кола, а сейчас вот посмотрите, там такие люди в костюмах, там, вот с галстуками, вот, и все мейджоры там сидят и так далее, то есть индустрия развивается. Индустрия развивается, и стало понятно, что есть проблемы, которые не под силу ни отдельному банку, ни отдельному стартапу. Стали создаваться некие экосистемы, то, что вот красивое слово такое, экосистема. Еще один хайп, еще непонятно, что мы в это вкладываем, но уже вот есть, мы уже понимаем, что есть такие места силы, да, то есть, условно говоря, есть Лондон, где много-много одних, вторых и третьих. Есть Силикон, я зря, надо было начать с Кремниевой долины, конечно, это уникальное место. Я думаю, что самый главный урок из развития Кремниевой долины, который должна вести для себя любая другая страна в мире, не надо пытаться это повторить, больше нигде не получается. Надо свою модель искать, я так думаю. Окей, есть Гонконг, сейчас Сингапур, даже Таиланд притянулся сейчас. Я не хочу сбежать в Таиланд, но у меня ассоциировался всегда с чем-то другим, с пляжами. Вот, пляжами. Вот. И, значит, они сейчас объявили о том, что они создают финтех-хаб, центр развития финтеха и так далее. И вторая связанная с этим тесная тема, я вот куда только вхожу, это тема так называемого рек-теха или регуляторного влияния на финтех. Оказалось, опять же, что как только вот эти стартапы начинают выходить из-под поля, вот их замечает регулятор. Они говорят, здрасте. А мы сейчас вас начнем регулировать. Вот. Оказалось, что если их начать регулировать так же, как регулируются банки, то тогда смысл финтеха пропадает на ухож. Значит, если надо развивать финансовые инновации, надо создавать какие-то специальные регуляторные среды. Ну, для начала запретить, а потом уже пытаться понять, что с этим делать. Вот я, может быть, сейчас сказал такую преамбулу, она путанная, она такая, наверное, не совсем понятна, а где здесь вопрос. Так вот, первый вопрос. Вот какова роль регулятора во всем этом бульоне? Вот. Ну,
Может быть, ее и нет. Может быть, надо держаться от него как можно дальше. Может быть, мы ждем от регулятора, наоборот, как манны небесной, каких-то специальных режимов, сэндбоксов там и так далее, и так далее. Именно это не дает в России. Сколько там отсмотрел ING Bank? 1000? 1000? Вот если бы это было в России, то каждый стартап финтех он должен был посмотреть 10 раз. Ну, просто у нас 100 с чем-то стартапов. Вот. Мы, кстати, на конференциях так и происходит, мы их по 10 раз смотрим. Окей. Так вот, к роли регулятора в финтехе. Тебя как раз ты готов. Здесь как-то напрашивается два вот этих кейса. Вот этот удивительный российский путь и достаточно стандартный западный. Лондон, другие города, в общем-то, и страны создали при ЦБ свои песочницы. Такую упрощенку для стартапов, требования по нормативочке, может, ослабить ответственность. И стартапы туда пошли. Результатов пока еще не знаем, не видим. Что произошло в России, вот, например, на коллеги, наверное, ответят, участники мастер-чейн проекта, в эту песочницу зашли банки, там нет ни одного стартапа. То есть у нас вот такая... Ты назвал консорциум песочницы? Консорциум — это великое объединение ведущих игроков рынка. Мы вырежем эту историю. Создали консорциум, где находятся только банки, то есть упрощенка для банков. Финтех по-прежнему мелок, небольшой и, видимо, незаметен. То есть вот мое ощущение как адвоката стартапов. Звучали также цифры еще, мне вспомнились. Большая часть разработки в банках, 80-100%, происходит, собственно, in-house. И нужды во внешней подпитке, вот в этом опылении, не требуется. И этому тоже есть объяснение. Достаточно молодые и инновационные у нас банки. То есть это не старинные там Wells Fargo сети, которые, в общем-то, были, наверное, как-то совсем неповоротливые, и там финтех очень хорошо ложился, дополнял. У нас действительно банки являются теми самыми финтехами, которые немножко передавливают, конечно, вот этих маленьких инноваторов, маленькие компании. Вот у нас такой перевертыш, я бы сказал, в России. Свой путь, как в общем-то, ты и завещал, Антон. Свой путь. Но все-таки, вот ты упомянул это слово sandbox. Вот что ты, какой ты смысл в это слово вкладываешь? Вот. Регулятор там говорит, что да, сейчас вот, собственно говоря, в Казани было сказано с высокой трибуны, да, давайте, sandbox, только скажи, что это такое. Условно, такой тоже фантазирую. Еще раз, я никого ни к чему не призываю, просто фантазия, допустим. К примеру, не обойтись, наверное, без блокчейна. Так или иначе, не все термины определены, ни что такое криптовалюта, ни что разрешено, что запрещено. Регулятор, в общем-то, позиционирует эту историю как технологическую, блокчейн нужно исследовать, создан консорциум. При этом неотъемлемые такие компоненты, как криптовалюта, в общем-то, находятся в таком пространстве воздушном. И, к примеру, создание отдельно выделенной территории или виртуальной территории, виртуального регулирования для компании, которой будет разрешено делать эксперименты, условно в Сколково. То есть у нас для этого все, в общем-то, ресурсы есть, где можно майнить, производить криптовалюту. Вот это было бы, наверное, там, таким сэндбоксом. Окей. Мы обязательно спросим зал, что он думает про сэндбокс, уже крайне интересно. Кого? Я хотел бы спросить вас об этом, потому что я так понимаю, что мы можем шутить по поводу размеров в Эстонии, но мы не можем шутить по поводу степени технологической продвинутости этой страны. Там происходит очень много интересного. И вот, начиная, готовясь к этой дискуссии, мы даже употребили такое слово, что такое понятие, что Эстония хочет стать сэндбоксом для Европы. Да, правильно я понимаю? Какова там роль регулятора и какова должна быть роль регулятора в финтехе? So with Estonia, I think the size of Estonia, just on that point, is one of its actually great advantages. It's a great advantage because the regulators and the startups quite often are in the same family, or they're not that far removed from one another, so they talk. It also means that the startups there can't focus on the Estonian market, so they're looking to jump out into the rest of the world. To be a regulator in Estonia, to be a regulator anyway, actually, it's got to be a horrible job, right? Because you don't want to stifle innovation, but your primary role is actually to protect the consumer, so the market that's out there. Where Estonia
is trying to get this right is by able to, the regulators are more agile because they're testing on a small marketplace. And they've got the government backing to do that. A really good example we were talking about earlier again is the e-residency program, where it was actually some startup guys who said, wouldn't it be cool if we just had like a virtual identity and let the whole world become virtual as learning residents. A couple of members in the government thought, actually, this is quite a cool idea. Next thing we know that the Prime Minister and the President have gone out to the rest of the world and said, guess what, we're doing this. At which point the rest of the state infrastructure said, holy cow, how are we going to do this? And they quickly worked out how to do it. So Estonia can and does change quickly, which means that fintech startups in that space, any startup, but fintech startups who are particularly regulated, can actually get a response at the government level to change the rules, even temporarily, to try something out. If it works in Estonia, Estonia's now got that brand recognition throughout Europe and into the US, where others can pick up on it. У них есть какой-то специальный офис, центр, хаб, который работает со стартапами? У регуляторов эстонских. Может быть, там есть какой-то министр по делам стартапов, я не знаю, как это организовано? So I have breakfast in the same cafe every morning, and I normally run into most of these people in that cafe. No, there's not. It's such a small space anyway that you can get hold of anybody within two phone calls, and everybody knows who everybody is. So this is one of the wonderful things about being such a small space. It's a really shit market if you actually want to make some money in it. It's a fantastic market if you want to test stuff that then gets recognized by the rest of the world as something that they might be able to do in their own markets. Thank you. Окей, ну опять к самому большому интернет-банку. Я понимаю, что с точки зрения, как может помочь регулятор стартапам, ну вряд ли для вас это вопрос номер один. А вот как может помочь регулятор финтеху в целом? И вообще, нужно ли вам что-то такое особенное в этой области от регулятора? Сэндбокс какие-нибудь для Тинькова? Я не могу сказать, что это не важный вопрос для нас, как для Тинькова, для банка. И почему? Потому что, ну да, действительно, в силу нашего основного ограничения у нас нет отделений, нет точек. Исходя из этого, да, нам тоже очень интересна сквозная идентификация, чтобы человек единожды побывавший... Сквозная идентификация. Наконец-то конкретика какая-то, ура. Значит, вот что интересует? Что вот интересует сквозная идентификация? Ну, да, человек, который единожды прошел идентификацию в каком-то банке, открыл счет, конечно, нам было бы замечательно, если бы, приходя к нам, мы могли не посылать ему нашего человека, нашего представителя, чтобы он заново его идентифицировал, а использовать это. Ну, для меня это как некая база, норма, то, что должно случиться, потому что в США и в других странах Европы это работает. И поэтому с этой точки зрения это как ну, важный вопрос для нас в любом случае. Он обеспечен, ну, он актуален именно из-за нашей особенности, то, что у нас есть отделение. Если говорить про стартапы, то вот с моей точки зрения, наоборот, скорее не нужно сейчас вносить какого-то специального регулирования. Действительно, я думаю, стартап больше нуждается в поддержке фондов и институтов развития с точки зрения денег, экспертизы, ну, банков, может быть, с точки зрения каких-то данных, систем и так далее. Но дайте этому вырасти, а потом уже регулируйте. Ну да, потому что у нас регулирование обязательно ассоциируется скорее с запретами, правильно? Я так понимаю. Абсолютно верно. То есть, как бы, почему регулятор понимает? Can I just jump in quickly there? So whether we need help from regulators or not. I actually think a lot of startups too. So for example, in the UK they've created the SES created a sandbox environment. And they let startups work to a certain level. Unfortunately, the limits that they've put in place means that a startup, for example, we've got one startup who ran into their limit of 60,000 euros in transactions. That wasn't enough to actually validate their business model. So they're still stuck in this limbo where they need to get a license before they can go any further. But they won't be given that license because they haven't actually done enough work to validate it. What's it like here? Сергей, как ты считаешь, все-таки нужна какая-то специальная поддержка регулятора для того, чтобы развитие финтеха, там, экосистемы финтеха в России приобрело больше динамичность, скажем так? Я так отвечу. Мы люди вообще любим
вводить какие-то новые определения, а потом долго разбираешься, что они означают. Да? Вот, если сказать по-простому, что такое вот, экосистема, песочница, это, на мой взгляд, благоприятные условия для развития внедрения технологий. Понятно, безопасных там и совсем дела. Поэтому, конечно, отвечая на вопрос, нужен ли регулятор, нужен, это центральный как бы орган, который вот, решает и отвечает за безопасность, как платежи, да, за он имеет влияние и право там создавать какие-то нормативы, законы. Поэтому он, конечно, нужен. И то, что он сейчас подходит к этому более мягко, то, что разрешает в таком специальном режиме экспериментировать с новыми технологиями, это очень здорово. И мне кажется, это принесет свой эффект. Потому что сейчас задача не только у там, финансовой области, а вообще у всей страны, не отстать технологически, потому что технологии очень быстро меняют нашу жизнь и вообще бизнес-ландшафт. Поэтому, конечно, нужно создать благоприятные условия для того, чтобы можно было посмотреть, попробовать. Например, климат поменять, чтобы теплее было, как в Калифорнии. Нет, ну, чем благоприятные условия? В Арабских Эмиратах над этим давно работают и успешно. Поэтому они, я слышал, что запускают курорт, который будет менять климат, не имея ни купола, ничего. В чем благоприятные условия? Вот хорошо, вот есть регулятор, он говорит, ну хорошо, вот вы меня научили этому слову сэндбокс теперь. Что вы от меня хотите-то? Это специальный режим, который будет там определен, то есть будут какие-то определенные лимиты или какие-то рамки, да, вот этих вот пилотных проектов, этих экспериментов, которые будут, потому что любой эксперимент, он в итоге будет затрагивать реальных людей, да, там, если это будет происходить там, в кредитовании или в каких-то денежных там, процессах, поэтому нужно, конечно, ограничить вот этот вот масштаб бедствия, который может быть в случае, если этот эксперимент не удачный. Так, про реальных людей. Значит, у нас там реальные люди где-то в зале есть. Значит, реальные люди. Вот можете вы сказать, мы сейчас говорим о роли регулятора в развитии финтеха. Да? Но у нас регулятор, кстати, в последнее время сам очень быстро финтехился. Значит, сейчас вот у нас и второй форум Финополис прошел в Казани, и департамент финтеха создан. И много и консорциум создан при участии регулятора, о котором не все знают, но скоро узнают, наверное, все. Чего вы бы ожидали? В чем должна быть роль регулятора, песочницы, развития экосистемы? Кто смелый, кто скажет? Так, вот там рука я вижу. Добрый день, Денис Сорокин, ВТБ-24. Антон, ну... Узок круг этих революционеров. Да. Я хотел бы сказать, что я вижу роль регулятора, наверное, не с точки зрения запрета, да, а с точки зрения направления. Направление движения там, индустрии, финтеха, да, в какую-то сторону, которая была бы полезна для всех. И я хотел бы согласиться с мнением Сергея, да, что действительно это должен быть какой-то путь, очерченный путь, да, который... Выход за рамки этого пути ну, не должен существовать для того, чтобы не сделать каких-то там масштабных угроз. То есть, отвечая на твой вопрос, что роль, наверное, это роль регулятора, да, это именно направление, а не запрет. Спасибо. Это направление, а не запрет. Спасибо большое. А вот стартапы, которые здесь в многочисленном количестве, ну, большом количестве представлены в зале, они что-то хотят такого для себя от регулятора, от экосистемы, или просто они хотят, чтобы их не замечали, поэтому они не поднимают рук. Никто, по-моему. Так, вы за... А вы же не стартап. Вы не... Вот у нас стартап. Вы стартап? Замечательно. Дайте микрофон стартапу. Доброго дня. Меня зовут Евгений Протопопов, компания «Магазин дохода». Мы как раз стартап не про банки, но стартап про финтех, и смотрим как раз новые рынки. Смотрим долговой рынок, который, в принципе, ни банки сейчас, ни финтех особо не развивает, и особо нет на нем каких-то новаций. Очень плотно смотрим за развитием P2P рынка, и на нем экспериментируем, и пробуем какие-то новые технологии. И на самом деле очень много ответов на те вопросы, которые вы задавали, вот, хотел бы
попробовать сформулировать. Основная история действительно для ЦБ это не запрещать, потому что все помнят, когда блокчейн пришел, ну, о нем начали разговаривать, когда Греф первый раз про него рассказал, реакция ЦБ была запретить. Подождите, это не реакция ЦБ была, насколько я помню. И это была на самом деле общая реакция. Которая... Вот когда любой регулятор говорит, потом это ЦБ приписывает. Безусловно, да, там следственный комитет, еще кто-то, но это как бы рынок напрягает всегда. То есть первое, это не запрещать, действительно создавать, поддерживать. Вторая история, мне кажется, проблема в том, что банки сами не знают, что хотят. То есть они хотят новых рынков, или они хотят просто улучшить отношения с пользователями текущими, либо хотят какие-то технологии западные просто адаптировать в российских реалиях. Мне кажется, банкам надо сформулировать, чего они хотят, и рассказать регулярно об этом. У нас одна из крупнейших компаний по микрофинансированию, причем микрофинансированию компаний, бизнес-компаний, то есть мы не выдаем кредит по 10 тысяч, мы выдаем достаточно крупную сумму. И мы работаем, например, с таким продуктом интересным, как ипотечные закладные. Без рекламы. Просто продукт. Когда рынок МФО начинал развиваться вообще в России, регулятор ведь тоже не знал, что делать. Создали департамент, начали экспериментировать, и только сейчас начали понимать, как с ним работать. Здесь то же самое. То есть нужен действительно департамент, нужно финтех-подразделение, банки должны сказать, чего хотят они. Стартапы с помощью Сколково, как раз с помощью Free, с помощью других институтов развития должны сказать, чего хотят они. Ну и регулятор должен помочь им найти друг друга и понять, как бы, какие кейсы необходимо в этом сэндбоксе отрабатывать. Спасибо большое. Мы поняли, что все кому-то что-то должны. То есть банки должны... Банки должны что-то сформулировать, регулятор должен. Понимаете, вот когда, вот мне, например, когда хочется чая, я никому еще не должен. Я иду и говорю, я хочу чаю, например, или еще что-нибудь хочу. Вот если я что-то хочу на самом деле. Вот если банки не говорят, значит не хотят мне так говорить. Правильно, Алиса? Нет? Неправильно? Теперь я хотел бы вот еще о таком вопросе. Вот Павел упомянул, он сказал, что я адвокат финтех. Правильно? Был стартапов. Да, я адвокат стартапов. А вообще вот, нужны стартапам какие-то адвокаты, какая-то экосистема такая. Вот, ну, я понимаю, что экосистема — это Сколково. Сколково — это экосистема. Но, ты знаешь, вот обычно экосистема состоит из нескольких там разных там игроков. Есть еще Free, например. Я не буду говорить, как мы с тобой перед панелью говорили, слушай, где взять стартапы, хоть самим создавать. Я об этом не скажу сейчас. Вот, значит, на самом деле, нет, ну, растет, конечно, растет, я не спорю, что замечательно растет. Но только, понимаешь, как бы, вот еще... Официальная такая статистика. У нас, я думаю, там на 10 тысяч человек один стартап, условно. Да, у нас такая концентрация. Опять же, 150 миллионов, неплохо. Несколько десятков стартапов всего по индустрии есть. Финтех у нас там, условно, 150-200. Это нормально. Вопрос к народу. Да. Окей. Если можно, да, вы оттуда как-то выковыритесь, чтобы вас видели. Да, Николай Назаров, компания Rich Capital. Мы занимаемся венчурными инвестициями. Финтех — это одна из областей нашего интереса. У нас есть определенные активности в Сингапуре, где, в принципе, это один из хабов Юго-Восточной Азии. Вы знаете, я хотел бы просто прокомментировать по вопросу по регуляторам. То есть, на самом деле, проблема с регулятором заключается в том, что регулятор всегда мыслит в категории финтека как традиционная банковская среда. Когда мы говорим о том, что по-настоящему финтеки развиваются там, где банков нет. То есть, если посмотреть на Китай, который обогнал США по объему P2P лендинга, да, то это совершенно другая среда. То есть, например, самый простой пример. В США есть до сих пор ограничения на максимальные процентные ставки, по которым могут выдаваться кредиты, так называемые usury rates. Соответственно, P2P lending в США ограничен тем, что люди просто не могут друг друга фондировать. В Китае, например, этого нет. Можно другие регуляторные вещи говорить. Просто если регулятор реально хочет развиваться, он должен сказать точно. Есть банковская среда, которые жестко регулируются, у которых есть правила, и, соответственно, риск работы в этой среде и в этой, ну, как бы экосистеме, как люди говорят, это определенный уровень. То есть, если люди хотят сохранить свои деньги, они отнесут их в банки. Если люди хотят заработать, если люди хотят поиграть, если люди хотят делать что-то, что не вписывается в традиционное понимание, то эти люди должны, собственно говоря, иметь возможность это делать. А люди, которые им дают эту возможность, не должны быть повязаны лицензионными требованиями, требованиями по нормативу капитала и прочими вещами, которые к этому никакого отношения не имеют. То, собственно говоря, мы создаем две параллельные реальности.
и пусть уже потребитель выбирает, в какой реальности он хочет жить. В принципе, если вот, вот эта концепция, наверное, была бы более жизнеспособна и привела бы к росту, наверное, количеству стартапов, которые там играют совершенно сумасшедшими идеями. Спасибо. Спасибо большое. Есть еще в зале? Да, есть еще в зале. Ведь у нас практически со спортом это все совмещается, такая спортивная фраза. Головин Тимофей, компания «Нума». Мы тоже занимаемся акселерацией и открытыми инновациями активно. Вы все говорите, то, что вот стартапы инфантильные, вот они слабо подготовлены, приходят. При этом вы их направляете в государственные институты развития. То есть вы в них эту самую инфантильность как раз и развиваете. Есть хороший пример рынка Вьетнама, где запрещены азартные игры. Государство просто их запретило. Никаких институтов развития там нету. Тем не менее, компании нашли выход. Они начали генерировать множество разных проектов в мобильной индустрии, которые связаны с азартными играми, при этом обходят программы законодательства. Что хочу сказать, что если вы хотите, чтобы стартапы подходили подготовленными, если хотите, чтобы они развивались, да, им особо мешать не надо, но и загонять их в те условия, где они в теплице начинают развиваться, тоже не стоит. Окей. Еще в зале. Есть еще в зале. Вот туда. Здравствуйте. Меня зовут Кирилл Молодыко. Я преподаю регулирование финансового рынка в Высшей школе экономики здесь, в Москве. Вот. И у меня есть короткое замечание о том, что вот технологии – это очень-очень-очень важно. Но я призываю вот людей, которые делают стартапы, немножко думать, ну вот не только о технических вещах, и коли мы говорим о регуляторке, о взглядах регулятора, но и о психологии регулятора, а именно о двух вещах. То есть вещь первая. Регулятор по-разному смотрит и психологически, и идеологически. Играетесь ли вы своими деньгами, либо чужими. И даже когда мы говорим вот про P2P лендинг, это будет очень большая разница, отдаете ли вы через P2P свои собственные деньги, либо чужие деньги. Это очень большая разница. И момент номер два, даете ли вы мало, либо даете ли вы много. И цель регулятора все-таки будет поставить какую-то планочку субъективную, потому что одно дело, когда вы даете через P2P там 10 тысяч рублей в месяц, другое дело, когда 500, третий раз, когда миллион, четвертый раз, когда 10 миллионов, и начнутся еще куча технических проблем. А как оценивать, когда дают там муж-жена вместе, или там муж-жена, там дети, муж-жена, дети, внуки. И вы тоже, то есть задумываясь о технических вещах, что правильно, думайте немножко и о нетехнических вещах тоже. Спасибо. Про муж, жену, дети, внуки я не понял, но не важно, не суть. Значит, есть еще мнение в зале. Вот хотелось бы услышать, да-да-да, впереди здесь, вот я могу опять свой отдать, где-то, я уже отдал этот микрофон, где-то здесь вот рядом, да-да-да. Добрый день, меня зовут Егор Иванов, компания Mobile.com. Мы занимаемся анализом бигдаты, в первую очередь в области криминалистики, но тепло относимся к финтеху. И к проблемам этой области я хотел отнести, например, то, что вот 4 года назад мы плотно занялись биткоином, блокчейном. И почему мы ушли немножко в другую нишу? Потому что регулятор как раз постоянно дергался, законно, незаконно, и до сих пор это совсем непонятно. Еще у нас был проект по peer-to-peer между B2B обменом в обход банков, как бы, то есть как-то взаимные договора. И это тоже область до сих пор законодательно не очень регулирована. Поэтому вот стартапы там и растущие компании, скажем так, как наша, она немножко боится заниматься вот финтехом именно из-за того, что очень много юридических тонкостей, которые как бы постоянно меняются. Спасибо. То есть вам надо, чтобы кто-то вам их объяснял, эти тонкости, или вас надо из-под них вывести, как вы считаете? Я считаю, что надо договориться на берегу, и там, если сказано, что блокчейн и биткоин – это законно, и можно им спокойно обмениваться в России, то можно. Если нельзя, то нельзя.
Ну, в общем, любой вопрос о том, как развивать фитех в России, заканчивается требованием разрешить биткоин. Я уже знаю, это просто уже вот постоянная такая парадигма этих разговоров. Окей. Можно еще добавить? Да, пожалуйста. Я просто еще решил и вопрос инвестиций во многом, потому что я думаю, у многих IT-компаний, молодых и не очень, есть определенный объем биткоинов, которыми они могли распоряжаться в случае их законодательного разрешения, там, например, для собственного роста. Есть объем чего? Биткоинов. Коинов? Биткоинов. Смелое сгенерированных. Уже понял, хорошо. Смелое признание, но срок уже, по-моему, не светит, так что нормально. Окей, едем дальше. Хорошо, мы послушали сейчас, в зале еще есть какие-то пожелания к банковым регуляторам? Потому что мы сейчас начнем высказывать пожелания к стартапам. Вот, хорошо, пока вы там собираетесь, смотрите. Алексей, вот смотри, ты сколько стартапов финтех отсмотрел уже в своей жизни? Микрофон, наверное, тебе понадобится, не со мной. Мне прислали последний акселератор по финтеху по фри, 10-й, где мы денег, которого будет в начале декабря, там в табличке было 43 компании. 43 компании? Да. Вот сейчас я вас... пытался все посмотреть, сейчас я внутри стимулирую активность, чтобы мне помогли тоже отобрать из них. Окей. Вот сейчас у вас был какой-то вот battle, там, battles, fights. Да, на батле у нас пришло 70 заявок, из них мы 70 команд. Из них 10 команд мы в финал пропустили. Команд, которые по финтеху хотели платежный сервис. Они, кстати, даже не пересекаются с тем предыдущим списком процентов на 5. Окей. Смотри, вопрос... Замечательно. Статистика – это великая вещь. Смотри, вопрос был... Я просто хотел показать, что ты их очень много видел. Да? Вот сейчас мы слышали с той стороны, что должны. Значит, должны банки там что-то должны, там регулятор что-то кому-то должен. Что должны стартапы, чтобы они действительно получили развитие? Я не говорю поддержку, может, не надо их поддерживать, может, они не падают. Но чтобы они получили развитие. Вот как тебе кажется, ты их видел вот столько. Наверное, есть какие-то общие беды, есть какие-то общие болезни. Что им мешает на самом деле? Наверное, если мы говорим про стартапы, мешает некая зрелость и идейность, да, вот они, говорят, у меня есть клевые. Ну, в смысле, они просто слишком молодые, что ли, по возрасту? Нет, допустим, они могут бросить свои идеи там через неделю, если, допустим, она не удалась по какой-то причине. Или они не могут найти почему-то по какой-то причине, они начинают ругаться, а сами не хотят наладить нетворкинг с тем же регулятором, банками и так далее. Хотя все на самом деле достаточно открыты. То есть нет таких закрытых дверей, в которые ты стучишься и попасть не можешь. Все достаточно адекватные люди, все всегда со всеми разговаривают. Вот по какой-то причине нетворкинг, он не работает, с одной стороны. Если вот, говорить тему лаба, там, да, то есть вот, поддержка лаба, не поддержка лаба, то здесь я, наверное, с практической точки зрения пойду. Вот хочется сделать какой-то кейс, например. Например, торговое финансирование на блокчейне. Да, вот, в торговом финансировании на блокчейне нужно несколько участников, банков. Да, там и мерчант там есть, и поставщик, и продавец, и так далее. Соответственно, с ним надо сесть договариваться. Банку всегда это тяжело. Вот, и в этом смысле финтех-стартап, он какую-то функцию консалтинга должен себя тоже, по идее, должен помочь взять. Но это некое ожидание, которое хочется увидеть. Потом нужно понимать, что когда ты приходишь в банк, там есть некий дизрапшн, есть люди, которые понимают инновации, они более-менее в теме. Есть люди, которые не в теме, они такие вот квадратные. Ты говоришь, я живу в такой реальности, и моя реальность только такая. Я не хочу из нее меняться или пока еще не готов. И к этому нужно быть слегка, ну, быть готовым, чтобы их не блеймить заранее, что они такие, да, потому что они имеют право на эту позицию. Точно так же, как стартап имеет право на свою собственную позицию. И в этом смысле, как бы, стартапы должны быть, наверное, более гибкими по отношению к ним. И все-таки, если это им интересно, подчеркиваю, это им интересно же, да, они зачем это делают, то продолжать взаимодействие. То есть ко мне, на самом деле, многие люди выходят постепенно, там, они не смогли кому-то попасть. Вот есть стартапы, которые один раз не смогли, бросили, значит, другие снова не смогли, бросили, потом снова вернулись, они поправили, все сделали, потом снова пришли. Есть стартапы, которые говорят, о, он со мной разговаривает, он мне помогает, давай он за меня всю работу сделает. Такие тоже есть, и приходит достаточно много, на самом деле, таких. Стартапы иждивенцы. Ну, давай, значит, еще раз. Первое, незрелость, в том смысле, что начали бросить, не получилось бросить. Я как бы не всем ставлю температуру, чтобы там, да, не заниматься этим. Я понял. Второе, это значит, не умеют делать нетворкинг. Третье, не понимают банковскую психологию. И четвертое, что... не знаю, недостаточно гибкие. Сергей. Ну, я тоже много видел финтех стартапов. И мне не нравится говорить, что они должны... Я могу посоветовать, что им нужно иметь
чтобы они были интересны для банка. В первую очередь, конечно, это команда, потому что любую идею, любой какой-то там даже мелкий пусть бизнес не сделать в одиночку. И команда... Что такое, подожди, что такое? Ну они всегда же по несколько человек приходят, но вот команда приходит, кажется, они же по одному не ходят. Команда, наверное, в первую очередь командный дух, то есть вера в то, что вы делаете, и желание не просто там в краткий срок срубить бабла, да, а сделать что-то по-настоящему интересное, полезное, и это уже, в свою очередь, принесет вам и деньги, и успех. Второе, конечно, нужно разбираться в том, что вы делаете. То есть идея – это хорошо, но когда вы копнете чуть глубже, вы поймете, что там ну, как-то это все сложнее устроено, то есть какие-то процессы, есть пожелания клиентов, есть какие-то законодательные ограничения. И, конечно, вот в этом надо в первую очередь разобраться. То есть часто приходят, не разобравшись, и говорят, ну вот мы сейчас тут P2P-переводы между юрлицами сделаем. Мы, ну подождите, как? Ну мы же можем вот с карты на карту делать, а также и для юрлиц. Ну, понимаешь? Вот с этим, когда приходят, конечно, ну просто жалко время, у нас не хватит времени там всем подсказывать, как надо делать правильно. Тем более информации море в интернете, доступной, и можно во всем этом разобраться самим. Александр, я знаю, что вы не покупаете стартапы. Мы уже сказали тут несколько раз, что вы не покупаете стартапы, но все-таки вы, наверное, их видели. Вот как вам кажется, чего им не хватает? Я бы так сказал. То есть ну, к нам много раз, много часто стучатся с какими-то идеями, да, потому что мы любим реализовывать новые интересные фичи и штуки для клиентов. Абсолютно согласен. Часто это идея вот такого формата. Вот классная идея, она порвет мир, а рынок огромный, побежали. И наша-то проблема какая? То, что когда мы объясняем, что, ребят, да мы сами побежали, только не знаем как, если у вас есть горящие глаза и знания, как это сделать, вообще там давайте. Даже не формат, пусть не в формате инвестиций, то есть мы можем действительно дать свою клиентскую базу, начать продавать этот продукт, да, мы можем дать свои данные, сделать какую-то партнерскую историю. Для нас это не проблема, но в основном действительно бывает идеи и нету готового человека. Вторая, наверное, вещь, которая, скорее, с успешной стороны, вот с теми, с кем мы начинаем делать совместный продукт, зачастую его даже не видно наружу, то есть он виден под лейблом Тинькофф, но на самом деле продукт внутри сделан другой компанией. И здесь успех у этих компаний в том, что они приходят и они четко объясняют, ребята, мы вот как бы на то не претендуем, вот у нас есть вот эта часть, вам ее все равно лениво делать, или у вас там руки до нее дойдут в 30-ю очередь. Вы ее, пожалуйста, давайте мы ее сделаем, мы вот на этом специализируемся, пожалуйста, давайте ее сделаем. Или вот такую вещь. И вот такие компании, как правило, побеждают, потому что вот для нас это очень понятно. И вот как действительно Алексей правильно сказал в плане того, что как сделать... Ну, есть огромное количество людей, но они не профессионалы в скрининге компании. Если приходят, если ему сейчас сразу за там, 5-10 минут положить голову, смотри, вот у тебя же тут проблема есть, да, она может быть 20-й в твоем приоритете, но я могу это сделать тебе легко и там, за относительно небольшие деньги, то сразу может появиться какое-то выгодное партнерство, которое как раз позволит этой компании, например, растить выручку, выйти на радары других компаний. У нас очень часто... Ну, рекламу, наверное, не буду делать, я могу так потом в кулуарах отдельно сказать, но у нас есть компании, которые, с которыми мы обсуждали ранее, сейчас вот другая компания работает для того, чтобы оцифровывать наши транзакции в более там правильно, красивый вид. Это стартапы, есть... в смысле? Стартапы, их можно назвать стартапами? Ну, я могу, думаю, что можно назвать стартапом, довольно там, окей. По моему ощущению, хорошо, 2 хорошо. Года, наверное. Вот. Хорошо, понятно. Павел, сейчас, Павел, тогда, ты что же у нас... видел много-много стартапов, и, в общем, хотя ты сейчас скажешь, что все хорошо. Да не все хорошо, просто я не хочу эту негативную ноту постоянно поддерживать, это неправда. То есть я хочу сказать, что компании, которые, например, будут просто факты приводить, последний Финополис, несколько там, сколько, 100, сколько было на входе заявок, Антон? 100 с лишним заявок. Да, 172. 172 заявки на конкурс, например. То есть они себя позиционируют как финтех, около финтех компании. На выходе было 18 компаний, насколько я помню, на аллее стартапов. Из них 3 победителя.
буду хвалиться, это три компании резидента Сколково, все три, так или иначе. Сколково не принимало участие ни в приотборе, ни в жюри и так далее. То есть, зачем я это говорю? Есть, чтобы банки не тратили, то есть банкам облегчаем жизнь, вот эти префильтры, фильтры, экспертную оценку делают, в общем-то, фонды Института развития, все, которые мы называли. То есть, например, как работает механизм Сколково? Никто из сотрудников Сколково не принимает решение, станет ли компания резидентом или не станет, это очень важно. Заявка всегда улетает внешним экспертам из бизнеса, науки, технологий, не только российских, 30% это зарубежные эксперты. 10 экспертов оценивают компанию по признакам очень простым. Написание технологии, инновация, команда, рынок и так далее, стандартные вещи. 6 из 10 сказали окей, экспертиза по существу пройдена. То есть я задал вопросы коллегам, почему считаете, что эти компании выиграли. Они очень качественно подготовили application, то есть подали заявку. Они классно питчат, у них понятная сформулированная идея. То есть все то, к чему взывают коллеги из банков, у них уже есть после прохода. То есть я призываю, в общем-то, используйте фильтры, они бесплатны для стартапа, и валидировать свою идею. Окей. Можно я тоже от себя добавлю? Вот вопль души такой. Коллеги, стартаперы, учитесь презентоваться. Но это же невозможно. Потому что вот ну, сколько вас видишь, в десятый раз выходит стартап, и в десятый раз также неподготовленно вылезать на эту сцену, что-то там такое. Я понимаю, что все волнуются. Вы знаете, я волнуюсь, и вот коллеги волнуются там. Мы же готовимся, собственно говоря. Вот. Почему стартап считает, что у него такая замечательная технология, классная, что все должны и так понять. Вот реально это беда у российских стартапов. Вот если, как говорят, в Кремниевой долине, в Силиконовой, как это там назвать, там нам обратная беда. Там научились все так презентоваться, что все так классно презентуются, невозможно понять, а есть у него что-нибудь там или нет на самом деле. То у нас наоборот, если даже у человека супертехнология, он выходит, его понять невозможно, о чем он вообще говорит так. Можно я добавлю? Да. Вот, на самом деле, вот все, что сказали сейчас коллеги, вот очень важно, что контакт происходит не с компанией, не с продуктом важен, конечно, но контакт происходит с человеком в конечном счете. Поэтому, если контакт с человеком не состоялся, ну, мне, допустим, как человек, который времени много тратить на все это, мне не хочется тратить время на людей, с которыми не могу найти контакт, сложно достаточно, да, я там, ну, расшибусь, но тяжело. Если я понимаю, какой оверхед будет безумный, проталкивать человека, с которым не хочет идти на контакт внутри банка, и он не войдет ни в положение, не готов будет услышать, это большой накладной расход. Вот физически, если вы в питчинге не готовы, ну, войти в контакт прямой с банком, то, наверное, ну, нет смысла идти на питчинг. Вы знаете, вот, может быть, не на самой праворной ноте мы тут заканчиваем наше, собственно говоря, действие, но хотелось сделать его максимально полезным для всех участников. То есть мы поговорили, попытались поговорить о том, что же такое финтех. Мы поговорили о том, какие направления финтеха мы считаем наиболее актуальными. Мы поговорили о роли регулятора, попытались все-таки сформулировать, чего мы ждем от регулятора, опять не смогли в очередной раз, но мы попытаемся еще и не один раз. И я думаю, на этой площадке огромное спасибо, кстати, Сколково как площадке, что нас здесь собрала, я надеюсь, не в последней. Вот. И вы знаете, может быть, я звучал сегодня пессимистично, в начале особенно, но на самом деле есть глубокая вера в то, что именно в области финтеха в России, вот именно в современных таких сложных, не очень понятных до конца условиях, может быть достигнут очень серьезный прорыв вперед к высоким технологиям, к новому пользовательскому опыту. И, в общем-то, за нас с вами никто не сделает. Спасибо всем огромное, кто принимал участие. Спасибо участникам панельной дискуссии. Спасибо зрителям. До встречи в новых и новых обсуждениях. И маленькая